максимально твердым, и в случае критической нагрузки гнуться, вот это очень плохой древко, удар не получится. You need something that's somewhat elastic, but very, but mostly very hard. This is a poor haft because it's too flexible. Но глобально в итоге ответ, что нет идеальных древок, не всегда ломаются. Ну идеальных древок, конечно, нет. There's no ideal haft. Идеальное, идеальное древковое оружие это фальшион, ну или меч там, не знаю, оно не ломается. The ideal one is made of steel. Ну вот. Есть ли место на... Ты говори по-английски, он переведет. Или говори на обои. I'll translate it for both. Есть ли место на обои для более коротких топоров? То есть, например, ниже, вот, я вижу некоторые люди тут. Для, может быть, более удобного... Дима отвечал на твой вопрос. Воюет не оружие, воюет человек. Можно драться и с голыми руками, но если это не запрещено правилами. Важно, если ты, у тебя есть хороший удар, например, ногой, или ты можешь бить рукой, можно драться. Если у тебя есть хороший удар этим одноручным топором, да, конечно, ты можешь. So, the question was, is there a place for shorter axes? And the answer is, of course, like Dima said earlier, it's not the weapon, it's the fighter. So if you can fight very well with anything, you can fight with that. Для нас вот такое длинное оружие было бы неэффективно. For us, this is not effective. This short weapon. Но если человек будет сражаться, то but if you, вот он по мне не попадает, я по нему попадаю. He's not able to reach me, whereas I can reach him. Соответственно, я могу все что угодно сделать. I can do whatever I want. А он до меня he не достанет. Reach me. Я могу встать. Вот. Ну, конечно, смешно. Длина... И философия о длине, например, одна и та же и для очка, и для пятерок. Ну вообще, чем у тебя длиннее, тем, конечно, лучше. Вот, ну... Size matter. The longer it is, the better. Куда он ушел? Его организатор. Ну, абсолютно не важно. It's not important. Ну, 2 метра, 1.90 м, ну, вот так. У меня вопрос. So about that. У меня вопрос. Могли бы вы показать, как правильно натренировать удар в голень, в бедро, в колено? Мы часто видим на видео, что... Мы не будем этого показывать. Еще раз, из опыта... Ты можешь перевести вопрос? So the question was, can you show how to strike at the leg, at the lower leg? Из опыта своего и наших товарищей я скажу, что это крайне опасный удар. И даже у таких опытных алибардистов, как Евгений, and even, как я, most experienced, этот удар fighters, очень часто сползает на незащищенную стопу. И тем самым, даже ты не попал в стопу, ты ломаешь человеку ногу. Я, к сожалению, имел этот несчастный опыт, поэтому я стараюсь этого не делать this, больше. Even most experienced armed fighters can slip and hit the foot, and you will break somebody's foot. And зачем? That's happened to me and to him. And I don't want to do that. Зачем бить человеку в ногу, когда у него есть такая отличная блестящая голова? Don't hit him in the foot when he has such a shiny head. Сколько в среднем за один бой 21-21 удается хорошему алибардисту нанести ударов? Потому что часто многие думают, что количество ударов это типа ну какой-то показатель. Вот, how many, по вашему about опыту. How many strikes in a 21-21 does a good pole armsman deliver? Sometimes zero. В среднем. What about on average? Ну очень часто получается, что нам не достается ничего. Usually they get hurt. Sometimes we don't really get anything. Вот, ну, не знаю. One, как это, punch, one hit. Один удар, один труп. One strike, one down, one man down. В пятерках или бачке? Вы у вас обычный партнер щитовик или вы движетесь свободно по всей линии? Приготовьтесь. К сожалению, 5 на 5 не позволяет. 21 на 21. Вопрос был 21 на 21. 21 на 21? Да. Ну, мы, естественно, стараемся иметь какое-то количество крепких щитовиков. We try to have some strong shieldmen that size. Вот, чтобы они принимали на себя удар и не давали противнику порвать дистанцию и обнять алибардиста.
and grapple the pole arms one. Все. Pole arms had to be tall. Алибардисты обычно высокие? Ну, скажем так, опять же, не имеет значения. Вот Федор тоже алибардист. Doesn't really matter. Федор is a pole armsman. Но у Евгения больше шансов дотянуться за счет длины рук. But Евгений will have more chances to reach somebody because he has a longer step and a long arms. Так не имеет значения. Doesn't matter. Okay, guys, about halibards. Захваты цепляете крючком? Да, естественно, мы цепляем. Но опять же, yes, of course. А нет щита побольше, чтобы я не травмировал? Is there a bigger shield? Bigger shield, so he doesn't. David, обязательно работать в команде. Просто если просто зацепил. You must do that in a team, because if you just hook it, это неэффективно. It's not effective. Евгений ответит ему в кисть. He'll just hit his arm. Но в этот момент, когда он цепляет, but at that very moment, я должен нанести удар. His partner must deliver the strike. Then it's effective. Неэффективно. Неэффективно. Он спрашивает, куда удар? В туловище, в голову. Опять же, не важно. Doesn't matter, just hit him. Ну, голова вообще это просто the подарок head, Господень. The head is ideal, it's a gift from God. Бейте в голову. There's a bigger shield, if you want. The lesson is don't wrestle with your the head of your weapon. Don't use the weapon to try no, to wrestle. No, the lesson is do it if you have a partner who is going to take advantage of it. Ну вот, просто чтобы кисть не поранить, вот. Берем, зацепляем. Yeah. So the second guy will deliver the strike. Not here. Здесь нет защиты. Yeah, no there's no protection on the inside of the arm, so don't hit there. Если есть наруч, мы сюда ударим. Dick move. It's a dick move. Можно, что угодно. It's like hooking the body. You can do that, but yeah, if you're very good at it, you should do it. Yeah, можно. You can do it. You can do it. Okay. Do they, for the 21s, do they still have individual zones, or do they? В 21-м у вас как? Тоже, ребята с Украины нам показывали зоны. У вас тоже какие-то зоны или? К сожалению, мы бы с удовольствием применяли бы тактику. We'd be happy to use tactics. За фланговые какие-то, я не знаю. Various flanking maneuvers. Полки, кавалерию, лучников, пики. Cavalry, spears, all kinds of things. Но, к сожалению, 21 на 21 это всего 42 человека на поле. But unfortunately, 21 на 21 is just 42 people. И чаще всего ты не успеваешь сделать вообще ничего. So, usually you don't really get to do much of anything. Так же, как и в 5 на 5 является решающим. Much like in 5 on 5. Качество, скажем так, твоих союзников и их вооружения, а, соответственно, просто индивидуальное мастерство твоих товарищей. Где, я не понял. Качество твоих союзников... Ну, скажем так, имеется в виду, если у тебя на фланге бы стояли какие-нибудь голые крестьяне, их бы убили бы рыцари очень быстро, да? Yeah. Тут бы надо было думать какую-нибудь тактику. А здесь все в одинаковых... Да, у всех абсолютно равные шансы. Yeah. The deciding factor is individual skill, because everybody has weapons, and everybody has armor, so, you know, you're not dealing with peasant levies that you need to do something special. И еще, скажи, пожалуйста, против любой тактики есть просто контртактика и все. Every tactic has a counter-tactic. Что лучше всего может делать щитовик, чтобы дать максимальную возможность работы для алебардиста, который с ним работает? Не давать порвать дистанцию. Just don't let them close. Don't let them close on the pole arms. Это все, больше. That's it. Еще вопросы? Вы стоите перед своими щитами, за своими щитами? За, конечно. Behind the shields. Yeah, of course behind the shields. The shields keep them from closing the distance. Which is why they need longer poles. So? Other questions? Is this just about pole arms or anything? This is just, well, вы как? Сейчас только дрифтовые или перейдем на щит-меч? Опять же, вы можете задавать вопросы и по щиту и мячу, Евгений с удовольствием на них ответит. You can ask sword and shield questions also. Евгений will be happy to answer those. Do they have a trick to get a guy off the barriers?
Есть ли какой-то трюк против, когда люди зацепились за барьер? Когда противник зацепился за барьер? Что делать? Бить руки? Hit the arms. That's the trick, huh? That's the trick, okay. Hit the arms. Вопрос? Do you wear different armor or equipment for your full arm? Or do you use the same kit, same kits? Только вот эта часть. Yeah, the only thing that's different is the you need to protect the inside of your shield arm. Очень часто, допустим, ребята дерутся в пятерках со щитом, потом снимают щит, одевают локоть, наруч и берут песочные часы. Frequently, people will fight 5-on-5 with their team sword and shield. They will take off the shield, they'll put on an elbow, a vamp brace, and a gauntlet, and go out in 21 with the pole. Do you use the same height pole arms and 5-on-5 and 21s? Yeah. We already asked that, yeah. Одинаковая высота. 5-on-5 and 21-on-21. Скажем так, раньше... Во времена нашей молодости. Earlier, when we were young, когда мы с Евгением были молодые, там нам было лет по 18-19. When Евгений and I were like 18. Мы сражались, допустим, в Выборге. Там было 250 на 250 человек. In the Выборг festival there was 250 people against 250. Первые 2-4 ряда падали с каждой стороны. И after the first four rows or so fall down, пройти невозможно. Ты стоишь на своего товарища. You couldn't advance вот anymore. Okay. So you use the long halberd. You had to step. Yeah. Не надо было падать. Yeah. It was very dangerous to fall down. This is his problem. Drills or practices they do in practice when they do their pole arm fight. Еще раз, я вам скажу одно. Единственное упражнение, которое вам надо, из того, что мы вам показали, это 1000 раз, чуть ли не на каждую ряжку, вот делать вот такое упражнение. 3 минус, 4 минус, 5 минус. Потом можно делать вот так. And then, the other side. Просто по воздуху. Just тут there. Как just бы there. Секрет в том, что алебарда летит не в землю, the и ты ее теряешь. You're not hitting the ground, а and то, что при самом сильном ударе... Ты ее поймал. But that you control it at the bottom, even with at the hardest, поймал, вот. With a harder strike. И поднял назад. You catch it and you lift it back up. You have control. Вы можете сходить по щиту и мячу просто показать? Дим, а вы делаете этот кругом на алебардах? У вас никаких нет? У нас алебардисты. Не, ну грубо говоря, каких там ой, стенки, что выйдет. Ну вот вы начали как-то с общей лекции о древко. Да можно какую-нибудь просто общую. Не, пусть азы. Опять же, вы, пожалуйста, задавайте вопросы, интересующие вас. Мы можем разговаривать бесконечно. Щит-меч, как вы тренируете? Переведи, что есть 7 ударов. There are 7 strikes with the sword. Это один вертикальный. Vertical. Один в ноги с этой стороны, другой с этой the стороны. The two legs. Тело. Two body. И два косых. And все, two семь ударов. Diagonal across the body. В зависимости от того, как ты их наносишь. Depending on the on how you deliver them. И строится вся работа. You can weave them together in важно, patterns. Как ты наносишь удары и выходишь ли ты на суперсильный удар, чтобы. The important thing is how whether you can. After a strike, return to the ability to deliver a very strong, another very strong strike. Фехтование складывается из защиты щитом. Fencing is protection with the shield, covering your head and the leg. А есть меч другой. Is there another another sword? Диман, нанеси удар, я покажу блоки. Раз, сюда, сюда. Ну, собственно, вот все блоки. То есть. Those are all the blocks. Скажи, что ты рано можешь защищаться и мечом, и щитом. Как щитом, так и мечом. Ну, переведи, что можно защищаться как равным мечом, так и щитом. You can block effectively both with the sword and with the shield. Нанеси по всем зонам медленно удары. So he's hitting all the strikes, all the 6 strikes. Ну, нанеси. И также щитом наносить. And same with the shield. Mm-hmm.
Вот. В зависимости от этого, ну как бы компоновка. Yeah. So идет. And then you just put them together. Какие-нибудь упражнения? Упражнения, скажи, что в основном есть раскрутки для развития руки, кисти, предплечья. So mainly there's exercises for exercising the wrist, the shoulder and the elbow. В основном мы используем общие моторики. Общую general... моторику движения. Ну, объясни, что нужно общее развитие. You need general development of being able to move the weapon. Ну, вот такие вот всякие раскрутки. So various things like that. Вот такая раскрутка, то есть... И надо начать хлопать в ладоши и стрелять из пистолета. Вот. В целом пластика движения позволяет наносить удар в любой момент. So the flexibility of movement allows you to deliver a strike at any moment.